Всем привет, дорогие подписчики! Сегодня мы научимся ебашить годные фотографии через Photoshop. Нейра сегодня нет, ибо он пошел кататься на велосипеде в температуру минус 22. Так вот, мы нажимаем файл и нажимаем открыть. Дальше тут выбираем любую фотографию. Я выберу котенка, ибо я не палю своих фотографий. Так, у меня тут какого-то хрена фона нет, но если вы делаете фотографию, фон может быть любой, но лучше не такой пустой. Теперь ждите, когда я найду эту херню, обрезать мне лень. О, а вот и она, жмите на порог и вот. Теперь мы видим ползунок или как там это, и чем меньше ее будет, тем меньше черного будет на фото, выбирайте сами. Дальше херачим охуенный текст, чтобы все охуели, насколько это лидно. Итак, я сделал текст, и надо сделать для него отличные спецэффекты. Для этого жмем на текст два раза в слоях, а если слоев нет, то вы не включили его в панели вид. Выбираем все как хочет душа. Теперь у нас есть четкое фото, которое можно поставить на аватарку ВКонтакте. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр, а чтобы видео было просто шикарно, выбери 1080p, а то у меня старый бандикам. В этот раз, если нажмешь лайк, тебе дадут волшебную дудочку, и если ты на ней сыграешь любую музыку, исполнится любое желание, которое ты загадал, и дудочка действует лишь 5 раз. Трать с умом.